Всем добрый день! Сегодня я хочу снять обзор на модульный коврик фирмы Ortodon. У нас набор «Богатырь». Он состоит из 17 различных ковриков. Вот они у нас уже представлены. Правда, у нас, вы можете, если посчитаете, увидите, что их 18. Все правильно, в наборе нет черепахи, вот этой вот желтой. Ее я докупила отдельно, потому что все писали, что она супер полезная и супер крутая. Но в этом наборе есть все, вот правда, все, что нужно. Это максимальный набор, ну вот кроме этой черепашки. Но они спокойно, поштучно, отдельно продаются, поэтому вообще в этом не было никакой проблемы. Я обязательно прикреплю видео с тем, как мой малыш ходит по этим коврикам, но я могу сказать, что и я, и мой муж, и все гости, которые к нам приходят, обязательно проводят какое-то время здесь, потому что он очень классный. Во-первых, он действительно очень фактурный. И те жесткие детали, которые должны быть жесткими, они действительно такими являются. То есть, например, если взять вот эти палочки, то они, ну, в ногами вы от деревянных их не отличите. То есть они максимально жесткие. Те детали, которые описываются как более мягкие, например, вот эта трава. Да, действительно, она мягкая, ногам очень приятно. Вот этот, по моему мнению, самый, ну, у нас он уже не самый чистый, извините, он описывается как самый жесткий коврик, их есть два вида вот такой формы, мягкий и жесткий. Вот этот жесткий, это прям вообще капец, у нас даже не все родственники, не все гости могут даже постоять на нем. Вот, я покажу детально, как выглядят коврики. Вот как раз малыш. Мы сейчас, правда, в носках. Это не то, чтобы правильно, но мы не собирались прямо сейчас ходить по этому коврику. Вот, ему очень нравится. Они яркие, они красивые. Причем я смотрела фотографии перед тем, как их покупать. И там были разные оттенки на фотографиях. Где-то более насыщенные. Вот этот тоже очень классный. Вот, но на самом деле, вот черепаха, кстати, выбивается, она самая такая, как бы, яркая, вот, по камере кажется, что вот красный яркий, но на самом деле нет, они все очень такие нежные цвета, вот, и очень классные, вот, и малышу очень нравится, он с удовольствием ходит по ним. И по жестким, и по мягким. Коврики очень качественные. Они из плотного очень материала, легко моются, легко разбираются. Причем это тоже, даже вот эти вот пазлы, которые элементы вставляются, они это делают очень приятно. То есть действительно даже можно как формата пазла их собирать. Это тоже интересное развлечение. Вот. Они очень плотные, как я уже сказала ранее. Вот, сзади они выглядят вот так, да, это тут к нам лошадка пришла. Вот, они очень плотные, сзади текстуры разные, в зависимости от того, что здесь. Например, если посмотреть вот этот коврик, понятно, что у него тут вот такие сзади полости. Он очень легко собирается, легко вставляется, легко разбирается. Очень классный, я максимально довольна. Мне кажется, что это лучший набор. Я очень долго выбирала. И мне кажется, что он самый продуманный. То есть его разработчики максимально грамотно подходили с точки зрения текстур, материалов и так далее. Потому что вот аналоги, там всякие грибочки разных размеров. Ну, не знаю, мне кажется, что это больше для красоты, нежели для полезности. А здесь именно все по делу. Так что всем очень рекомендую. В наборе здесь входит вот это с другой стороны коробка. Это вот основная. Сейчас вот. Вы можете нажать на стоп, прочитать. Вот такие коврики сюда входят. Честно, это максимальный набор. И понятно, что у них есть сейчас уже новые какие-то коврики, новые рисунки, там и футбол и так далее, но это самый классический, это та база, которая должна быть, я вот даже не знаю, то есть я смотрела наборы меньше, ну, потому что, понятно, они подешевле, но я не знала, от чего отказаться, то есть понятно, да, что
те, там, где меньше, там чего-то не хватает, и я не могла решить, чего, ну, то есть, от чего я готова отказаться, от какого материала, от какой текстуры, поняла, что ни от чего, поэтому нам вот подарили, спасибо нашей крестной, которая все-таки решила нам подарить самый максимальный. Черепаха, кстати, тоже очень крутая, я тоже люблю на ней стоять, она очень полезная, вот, поэтому всем рекомендую. Вот такое описание. Если хотите, почитайте. Вот что здесь пишут. Ну, понятно. Эксплуатация, даже гарантия на него есть. Вот. И коробка, кстати, очень удачная. Она с ручкой. Понятно, что когда нам его подарили, поднять его было мне очень сложно. Нес папа наш. Вот. Потому что, ну, понятно, что все это тяжело. Но коробка из хорошего пластика. Тут вверху две... как бы крышки, ну понятно, да, что там внизу еще есть. Хорошая пластиковая надежная ручка, то есть если вы хотите коврик собрать, то хранить его очень удобно, вот, поэтому коврик класс.